Здравствуйте, дорогие подписчики. Будем готовить сырники из творога. О, низкий творог. 500 грамм нежные сырники на завтрак. Отлично будет. Берем 500 грамм творога. Берем одно яйцо. Берем 6 столовых ложек муки. Четыре столовые ложки сахара. Раз, два, три, четыре. Пол ложки соли. Если есть, еще засыпаем ванилин. Нет, будет без ванилина. И все это замешиваем. Все. Другую емкость пересыплю, замешаю. Так, будем замешивать, пересыпал в другую емкость. Так. Пускай что-то ставить. Да, емкость надо побольше все равно. Перемешиваем до однородной массы. Так, замешали творог, скрутили в такую колбаску. Он даже не липнет к рукам. Нормально. И сейчас по пятакам так порежем. Получится блинчики. Насыпали немного муки на доску. Еще нарезать вот таким вот кругляшам, придать им форму, немного муку обвалять, лишнее сдуть, вот такие сырники будут, выжать на тарелку. Вот так. Можно и вручную скатать, придать форму. Вот так муку обвалять, покатать тут, все отлично. Вот такие монеты получились. Сырные, творожные. Лишнюю муку сдуть. Как-то у нас. Так, вот так вот. Еще
какие-то гигантские у меня получились сырники. Переплеснуть их можно. Что я на меня сделал перед зажаркой. Прилипает, надо посыпать мукой. Так, разогрели хорошо сковородку и закидываем туда блинчики, их потоньше сделать, чтобы прожарились. Так, первый блинком вышел, что-то я передержал. С одной стороны немножко попереть. Так, в целом неплохо. Так, вот еще одна партия. Получше. Я уже не пробовал. Очень вкусно. Масло лью на глаз. Смотрел, мало подлил. Вот такие получились. Вот получились наши сырники. Я уже пробовал, очень вкусно. Советую, приготовьте на завтрак как разнообразие всей остальной пищи. Еще горячие, поэтому такие тянулись.